В Московской области пройдет межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России-2019». С 17 по 26 апреля на территории Московской области пройдет межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России-2019», целью которой является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за участие в их обороте. Если вы располагаете указанной информацией, обращайтесь по следующим телефонам. Дежурная часть ОМВД России по Сергиево-Посадскому району 540 18 39 и телефон доверия ГУ ОМВД России по Московской области 692 70 66. В Сергиевом Посаде полицейские раскрыли грабеж. В дежурную часть ОМВД России по Сергиево-Посадскому району поступило заявление от 43-летнего местного жителя о том, что, находясь в салоне сотовой связи, неизвестная женщина вырвала из рук заявителя денежные средства. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам и полиции по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана местная жительница. По данному факту отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские ОМВД России по Сергиево-Посадскому району пресекли фиктивную постановку на учет иностранного гражданина. В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Сергиево-Посадскому району проверили квартиру, расположенную в одном из домов в поселке Березники. Полицейские установили, что 32-летняя жительница поселка Березники поставила на миграционный учет уроженца одной из республик ближнего зарубежья, но места для временного проживания не предоставила. По данному факту отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.